Новое приложение в игровой форме, которое обучает детей транзакциям с цифровыми валютами, выпустила компания Pixby из Великобритании. Кошелек-копилка, который работает на криптовалюте Volo, создан для детей от 6 лет. Его задача – научить новое поколение экономно обращаться с деньгами в современном безналичном обществе. При помощи приложения родители будут иметь возможность перечислять детям карманные деньги. Потратить их можно будет в нескольких онлайн-магазинах. Главное, что приложение обладает родительским контролем, который запрещает покупку алкоголя, сигарет и оплату онлайн-игр.